интересно, чего было соткано ваше детство? Ну, совсем раннее детство вообще создано было из снега и солнца. Это одно из самых моих ярких впечатлений детства, потому что я родился среди холмистой местности. Это самая глубь материка, это Колыма образца конца 50-х. Это заснеженные сопки, очень короткое лето и совершенно слепящий, потрясающий белый снег, которого я, будучи взрослым человеком, уже нигде не застал. Потому что то, что мы в Москве называем снегом, к снегу имеет очень, очень такое приблизительное отношение.